В Одесской области горели пшеничные поля в Раздельнянском и Подольском районах. Первое возгорание произошло ближе к обеду 27 июля. Огонь охватил площадь в 2,5 гектара земли. Уже после обеда того же дня было установлено возгорание сухой растительности и пшеницы на 2 приусадебных участках. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. В обоих случаях удалось оперативно локализовать огонь и быстро ликвидировать пожар. Спасатели предполагают, что пламя вспыхнуло в результате поджогов. Нанесенный ущерб на данный момент устанавливается.